Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания и моя семья. Начинается мое утро сегодня с плова. Я готовлю плов в мультиварке. Плов у меня будет печень цыпленка-бройлера. Вот почему-то мне так захотелось печень куриную, прям невозможно как захотелось. Вот. Готовлю я в мультиварке, как всегда, уже засыпала рис туда, морковку. Вот, чуть-чуть морковки получилось у меня больше. Осталось, я, наверное, ее оставлю на салат, переложу вот сюда. А сейчас вот я буду мыть печень. Печень, ну, она уже отдельными, естественно, кусочками. Какая-то новая. Покупал муж в Пятерочке, меньше 100 рублей она там стоила. Вот. Такая вот печень. Хорошо, вот она находится в таких вот контейнерах. То есть я сейчас просто ножичком вот так открою, уберу. Ее там промою, прополоскаю и оттуда просто вывалю. Раньше она была в каких-то белых, пластмассовых, ну не пластмассовых, а таких маленьких, такие тоненькие у них были ножки. И приходилось какую-то чашку все пересыпать. А сейчас он тут очень удобно. На дне с этой куриной печенью оказались такие вот бумажные тряпочки, не знаю, как это назвать. В каждой, вот в одной и в другой. А второй пачке я случайно просто увидела, что она есть. Я хотела просто помыть и туда вывалить даже рукой, там не трогать, ничего. Вот. А в итоге пришлось вытаскивать. Было бы, наверное, прикольно, если бы в плове как раз вот были эти бумажечки. Вот у меня есть мясо, водичка залита. Получился бы бумажный плов, как когда-то в СССР. Наверное, помните, докторская колбаса была с бумагой, что ли, с какими-то частичками, что ли, что-то такое вот. Было бы точно так же. Вот, поэтому будьте аккуратнее. Ну, здесь она лежит, видимо, для того, чтобы влага в ней какая-то поддерживалась. Все-таки, наверное, хранится. Сколько он хранится? Она долго хранится. У него, наверное, сколько здесь срок годности? Так. 12 часов. Та-та-та-та-та. А, 7 суток. 7 суток. Ну ладно, хоть 7. А то некоторые бывают и месяц лежат целый. На снегопад, смотрите, как. Около стекла сколько. И она слоями, смотрите. Всю ночь он шел, видимо, переставал, шел, переставал. Жаль, что на современных окнах нету, когда вот мороз ударит, и такие вот узоры. Жалко, этого нету. Сейчас бы на это все посмотреть очень хотелось. Очень это все красиво. Мне всегда в детстве казалось, что этот Дед Мороз свои дороги рисует. Что там и елочку можно увидеть, и много всего. А кто тут кверх ногами лежит? А Дима проснулся. Да. Время 12, а Дима кушает. Дима в 9 просыпался, биолак покушал, скажи. Да? Который мы покупали. Ты вообще как кверх ногами. Неинтересно как-то. А вот так лучше, да? Вот так лучше. Привет! Скажи привет всем. Че ты там машешь ручкой? Привет! Привет! Дима, помаши ручкой. Ну, помаши ручкой. Помаши. Привет. Ну ладно, пей, не будь отвлекать. Дима тут уже разбросана. Он бегает, отсюда из корзины все переносит. Вся квартира в игрушках. Игрушки теперь кругом, везде. Ну вот там у него, с его стороны окошко, прям снегопад такой идет, прям, что он даже такой быстрый, как дождь. А, там ветер, потому что. Вот, очень холодно. Немножечко у нас, кстати, открыт балкон. Чуть-чуть тут поддувает. Отопление у нас тепленькое. Здесь вот подсыхают носочки. Она пикалась у нас вчера, чтобы они не мокли, не лежали до стирки. Я их подсушила, а то змеют. Еще вдруг. Пока там будет стирка. Время у нас 12.
Мы только встали. Мама поспать решила. Да? Все, ладно, пей давай, пей. Папа лежит здесь. Да. У нас понедельник сегодня, осталось почти недели, да, до Нового года? Ну да. Здесь у нас папа лежит, читает. И любуется на елочку. У тебя же новогоднее настроение, наверное, да? Да, новогоднее настроение. И особенно погода хорошая. И появился у нас Дед Мороз. Понедельник. Ну, понятно. Не знаю. 22-й было недавно. 23-й, наверное. Да, 23-й. Дед Мороз. Там подарки мои лежат. Игрушки елочные. Современных нету, все старенькие. Так классно смотрится, тут вот елка, а тут фон. Лето такое, все, и нарядная елка. Тебе надо было зиму сюда делать. Ты как раз холод любишь, чтобы там ты мерз. Да? Да? А у тебя там тоже все занесено. У Жени тут розы стоят на подоконнике. И зима. Розы и зима. Там прям, да, с коляской будет тяжело идти. Но мы недалеко же, да? Выйдем. Тут рядышком. Что там такое? Мусорка. Машина занесенная. Это всю ночь, да, шел, Жень? Угу. С утра я просыпалась, тоже была, вот вечером не помню. Это он тоже делает. Синечки, они убегают. Не заснешь. Они копошатся тут. Ай, улетела. А то гнездо тоже занесенное такое. В снегу стоит все. Весна наступит, там птенчики будут. Пришли мы с улицы, погуляли. Обзор покупок. Это 84 стоило. Не знаю, что-то мне так вдруг захотелось. Обычно покупаем маленькие. Это вот большой. Эти тарталетки были с клубничные. А я взяла с абрикосом. Чиабатта, она прям такая очень-очень мягкая. Не знаю, сколько она стоила, цены не было. Мандарины взяла. Короче, за все вот это вот у меня вышло 200 рублей в пятерочке. Вот здесь вот он меньше рублей 60, что он стоит, что-то мало там. 50. И вот такой вот купила для подмывания гель.